Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, Алексей Бессинджер, и сегодня у нас обзор на сервер Only Roleplay. Из-за особенностей мода можно отметить такие фракции, как космонавт и работник банка. Давайте рассмотрим их подробнее. Цель космонавтов – летать на другую планету и добывать там уникальные ресурсы, из которых в дальнейшем можно будет сделать… нет, не Portal Gun, к сожалению, а обычную снайперскую винтовку. Но, тем не менее, админы сделали ракету, в которой вы будете бороздить просторы космоса. Говоря о другой планете, я имел в виду Луну. Туда-то мы и попадаем после перелета. На Луне, как и в реале, гравитация меньше. Оформлена Луна не на высшем уровне, но нужную атмосферу передает. Теперь поговорим о работнике банка. Мы привыкли, что узнать баланс своего счета или снять деньги можно в полном одиночестве, без какого-либо взаимодействия с игроками. Разработчики решили избавить нас от этой привычки, и теперь, придя в банк, вам потребуется занять очередь на кассу с нужным вам запросом, будь это обычный мониторинг счета или же денежный перевод. Также работники банка могут расставлять банкоматы по всему городу, устанавливая при этом определенную комиссию за использование услуг. В гараже банка есть специальный автомобиль с кузовом и куча банкоматов, которые ждут своей очереди. На сервере есть не супер крутая, но все же мастерская, где вы можете общаться с механиком и устанавливать интересующие вас детали. Был добавлен активный четвертый город, но я бы назвал это островком или деревушкой. Ну, в общем, на острове есть все условия для жизни – магазины, бары и дома. Копы тут, кстати, имеют возможность устанавливать шлагбаумы помимо всяких заграждений и конусов. Я бы не обратил на это внимания, но шлагбаумы мало того, что рабочие, так еще и можно устанавливать платный проезд. Еще тут есть система расстановки мебели, с такой мы уже сталкивались с вами очень давно, но оформлено это было куда лучше. Были полноценные магазины для покупки, ну а тут все проще. Купил мебель из дома, даже без предпросмотра, и просто устанавливаешь. Тюрьма. Но после тюрьмы на Тринити, мне кажется, это просто серой точкой. Но тем не менее, здесь есть столовая, локации для прогулки и прочие штукенции. На этом все. С вами был Алексей Кабысинджер. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу и досматривайте эти кихаргера. Асархарамурараге. И досматривайте ролик до конца, ибо напоследок я оставил несколько ивент-мелочей. Удачи!